сейчас будем готовиться к посадке картошки. О, уже поздновато, но... Сейчас будем цеплять. Сейчас здесь внизу бункер на этой картошке. И он испытывает картофель и сажал после реконструкции.
Так, у нас возникла проблема. Не зарывает картофелесажалка, не опущивает картофель. Не зарывает. Мы попробуем поменять на железные грунтозацепы колеса. Резиновые снимем, то что они низкие, а поднимем повыше мотоблок. Колеса резиновые сняли, а грунтозацепы установили. Это специально так мы установили, чтобы был хороший зацеп. Надо завести. Да нет, нет.